Доступный туризм. В этом году в России стартует программа по развитию туризма для школьников. На эти цели правительство выделило 500 миллионов рублей. Субсидии получат 18 регионов, которые реализуют специально разработанные турпакеты для детей школьного возраста. В том числе в Пермский край направят более 34 миллионов рублей. Заплати налоги. В Прикамье стартовала ежегодная декларационная кампания. Тем, кто продавал автомобили, квартиры, выигрывал в лотерее или хочет получить налоговый вычет, а также индивидуальным предпринимателям необходимо отчитаться о полученных доходах в 2021 году не позднее 4 мая этого года. Декларацию по форме 3 НДФЛ можно подать в налоговый орган или в любой филиал МФЦ. Снова год. В Пермском крае для жителей, официально переболевших COVID-19, увеличили срок действия QR-кода. Теперь он вместо 6 месяцев активен на протяжении года. Напомним, система QR-кодов действует в регионе с 4 октября. Ждут учителей. В Прикамье в этом году по программе «Земский учитель» в сельские школы планируют привлечь 30 преподавателей. Прием заявок на участие в федеральном проекте продлится до 15 апреля. Напомним, педагог, устроившийся в школу в малом городе или селе и прошедший конкурсный отбор, получает единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. Даешь кислород. В 2021 году в 40 медучреждений региона, где проводится лечение ковид-пациентов, поставлено 2890 кислородных концентраторов. На закупку оборудования было потрачено свыше 218 миллионов рублей. Отделение красной зоны стационара в Соликамске обеспечено кислородными концентраторами в полном объеме.